место, где, наверное, сошлось несколько неблагоприятных факторов. Во-первых, это новая дорога, поэтому откосы еще не укреплены травой и дерном и оказались более склонны к разрушению дорог. А кроме того, вот именно в этом месте откос при разрушении был повреждена ливнёвкой, соответственно, в это место вода начала поступать как с самого дорожного полотна, так и с ливневой канализации, что обусловило такой масштаб повреждения дорожного полотна. Сейчас оценили ситуацию, поэтому мост еще как бы не введен в эксплуатацию, поскольку проверка была всей работы, в том числе ливневой канализации. Не хотели бы мы, конечно, чтобы она проверялась таким экстремальным способом, как сейчас. Но это повод еще раз оценить совместную работу проектной организации. Доработано будет, пройдено восстановление грунта и его уплотнение. Дополнительно, учитывая, что это самая низкая точка дороги, здесь действительно скапливается вода, будут организованы лотки для аварийного сброса воды, чтобы и укреплены склоны еще до того, как геосетка, чтобы они могли противостоять ливням еще до того, как укрепится дерна вода. Я думаю, весь это мероприятие, которое оценивается 7-10 дней, позволит не только восстановить все повреждения, но и сведут к нулю риск повторения подобных проблем в будущем. Залповая линия, сейчас мы оцениваем все ситуации по всему городу, где были проблемы, связанные с подтоплением, и исходя из этого будет утвержден план дальнейших действий, касающихся, где-то будет промыта ливневка, где-то будет дополнительно сделаны водосбросы, а где-то замена дорожного полотна для того, чтобы обеспечить нормальные уклоны. Никто не застрахован на залповых ливнях, и если вы смотрите репортажи по всему миру, ливни везде вызывают подтопление, и наша задача на сегодняшний момент сделать правильные выводы и создавшейся ситуации принять те меры, чтобы эти подтопления не проходили регулярно при следующих случаях, когда природа нас будет испытывать.